Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Как видите, закончил я работать со своим бронетранспортером, броневиком Т-17 Е2. Хочу извиниться, что многое не попало в кадр, когда работал с данным броневиком, так как сильно болел и не мог снимать. Но потихоньку делал, собирал модели. Вот так получился данный броневик. Сборка полностью из коробки прошла. Ничего не добавлял, ничего не менял. Перед покраской был сделан пришейдинг модели. Потом делал смывку, масляные точки. Запыление пигментами, но запылял не сильно, немножко прошелся пигментом. Также сделал небольшое запыление жидкоразведенной краской Tamiya. Как бы все, что мне нравилось и не нравилось, я рассказывал в видео. Остался я недоволен креплением колес к самому броневику. А сама машина была в сборке несложной. Так вот получился данный броневик. Модель понравилась. Как бы я результатом доволен. Все, что хотел, у меня получилось в данной модели. Вот на такой хороший, интересный броневик. Ну, на этом буду видео заканчивать. В конце видео вы можете посмотреть фотосессию. Спасибо, друзья, за комментарии. Спасибо подписчикам активным. Спасибо, кто подписывается на мой канал. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Оставайтесь на канале.